Как написать песню, блин, что найдет отклик в душе каждого слушателя? Я думаю, если речь о нашей стране, то надо спросить все-таки Земфиру. Потому что вы себе только представьте, если бы здесь сейчас находился каждый слушатель. Конец бару. Конец, самое главное, первому ряду, конечно же. Конец организаторам. Конец одному единственному бармену. Их надо было бы 30. Ну, вы понимаете. Как? Не думать об этом, вот так и напишешь. Каждый раз, вы заметите, вот когда что-то в вашей жизни хорошее происходит, в нашей, да, это всегда та самая вещь, о которой ты либо не думал, либо вот в этот момент ты ее не ждал, либо думал, потом резко перестал, тут она и случилась. Вот то же самое здесь. Просто не думайте о том, чтобы написать хорошую песню, просто пишите песни, а там уж... Глядишь. Этого еще пока никто не угадал. Потому я буду первым. Это ответ или нет, блин? Даша. Я люблю. Но от волнения буквы Ю на Я нормально. В принципе, знаешь, вот, разбирая твой текст по буквам, скажу, что заменить букву Ю на Я – плохой признак. Эгоизмом попахивает. Читать. Даша, я люблю тебя так, как никого и никогда не любил. Улыбнись и не грусти. Все, оставляю все нести. Все круто. Даша, улыбнись уже наконец. Сколько можно? Даже мне, знаешь, за 15 лет стало скучно не улыбаться. А уж когда тебя мужчина просит. Меня, кстати, ни разу мужик не просил. Улыбнись, Саша. И не грусти. Все, девушки в основном. А кто знает? Мужики, знаете, как просить умеют? Два заряда кофе и пай.
Все.